гигантский кальмар был пойман у берегов Новой Зеландии. Посмотрим. Сами видите, размеры кальмара очень внушительные. По словам рыбаков, для того, чтобы вытащить его на палубу, им потребовалось специальный кран, установленный на судне. Животное было найдено на одной из сетей рыбаков, вышедших в очередной промысловый рейд у побережья в Новой Зеландии. Сказать, что они были удивлены, ничего не сказать. Они так прокомментировали это событие. Он умер, когда мы пытались вытащить его из сети. Пришлось тащить соломинки и решить, кто пойдет и свяжет его, чтобы зацепить нашим краном. Кальмар был зарегистрирован и отправлен в департамент Новой Зеландии по рыболовству. А в России, интересно, вылавливали такие большие рыбы? Неизвестно. А кто знает, напишите в комментарии. На сегодня все. Всем спасибо. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока.